Приготовим кето-тефтели в томатном соусе. Нам понадобится домашний фарш, лук-чеснок, который мы измельчаем в блендере, одно яйцо, твердый тертый сыр, ложка маскарпоне, соль, перец по вкусу. Все перемешиваем, добавляем псиллиум для плотности фарша. Лепим тефтельки и обжариваем на масле гхи. Тем временем готовим соус. Ложка томатной пасты, сметаны, майонеза, соль, вода, специи по вкусу. Перемешиваем и добавляем к нашим тефтелькам. Тушим на маленьком огне. Приготовим любимый гарнир. У меня фасоль с болгарским перцем. Не забываем сделать овощной салат, посыпаем зеленью и кунжутом. Присоединяйтесь в мой телеграм-канал с кето-форумом. Там вы найдете много всего полезного и интересного. А также приглашаю вас на марафон кето и интервальное голодание. -7 кг за 30 дней. Приятного аппетита и всем пока-пока!